Всем привет! Сегодня я хочу показать свою орхидею Хатуки. Это белоснежное облако. Получила я Хатуки в размере 2,5 с кучей корней. Я вообще поняла, что это достаточно неприхотливая орхидея, несмотря на то, что говорят, что это редкая орхидея японской селекции. Орхидейка имеет белоснежные, абсолютно белоснежные лепестки и очень красивую губу. Губа имеет переход от оранжевого цвета к сиренево-лиловому. Цветонос у нее достаточно длинный. Цветы не очень большие, где-то максимум 4 сантиметра. Но они образуют такое воздушное белое облако. И все знакомые, кому показывала я эту орхидею, в общей массе выделяли именно ее за ее воздушность. У орхидеи достаточно тонкие листики удлиненной формы. Вот такое вот воздушное облако. Хатуки.